ます。Друзья мои, настал прощальный час. Сегодня мы со школой расстаемся. До боли все здесь близко и знакомо. Душой не раз еще сюда вернемся. Вернемся в классы светлые, мешенный коридор, фойе в столовую, на лестнице грудые. Вот школьная доска нам смотрит вслед, учителя, друзья, такие все родные. Здесь много проводов волнительных минут, печаль и радость, все мы здесь познали. Ступеньки к знанию, лестницы новые, с учителями вместе прошагали. Ну вот и все, закончим школьный путь. Последний раз мы здесь с учителями, мы понимаем, время не вернуть. Но сердце остается рядом с нами. Начальная школа – это уже все в прошлом. И вот сегодня для нас прозвучит наш последний школьный звонок. На прожитые годы в родной школе, подарившие нам много хорошего, сделавшие нас умнее и лучше. Вы были здесь смешными малышами, когда вошли впервые в этот класс. Не получив тетрадь с карандашами, за парту сели первый в жизни раз. Вы повели нас по дороге знаний, отдав нам много силы и труда. А сколько приложили стараний, чтобы учились хорошо всегда. Спасибо вам, что вы нас так любили. Хотя и строги были к нам подчас. За то, что вы нас мыслить научили. За все, что сделали для нас. Дорогая наша любимая Наталья Анатольевна, школа была для нас вторым домом. Мы получали знания из уст наших учителей, но вложенные в нас, мы вместе с этим в нас вкладывали то, что называется жизненным опытом. Но этот опыт еще не совсем зрелый, но вложенные в нас основные правила жизни, основанные на справедливости и доброте. За эти 11 лет наш классный коллектив пережил разные трудности. У нас возникали ссоры и разногласия, но мы успешно решали их. И в трудные моменты, когда каждый из нас готов был прийти на помощь, вы оказывались всегда рядом. Спасибо вам за это. Примите нашу благодарность. Мы любим вас и сохраним самые светлые воспоминания о школе и ваших уроках на всю жизнь.
Дорогие наши, любимые, самые лучшие родители в мире, любите слова благодарности от своих детей. Мы в этой части еще сказать должны о тех, кто подарил нам жизнь. О самых близких перед людьми, а нет, кто помогал вас ей и помогать еще во многом. Незримо следуют родители за нами и в радости, и в час, когда пришла беда. Они стремятся оградить нас от печали, но мы, увы, понимаем, не всегда. Вы нас простите, милые, родные, ведь кроме вас дороже нет людей. Как говорится, дети рады жизни, а вы...